получается, на данное время 14 у нас частично пострадало в порту, 2 выгорели полностью. Остальные пострадали в результате тушения пожара и задымления. Поэтому жителям будет предоставлена возможность выбора или гостиницы, или палатки, или школы во время нарушения. Компания делится представителями МСИ. Вот мы с ними договорились, что они самостоятельно выбирают компанию, которая будет проводить ремонт для работы, чтобы потом не оказывали управления никакого. И с ними напрямую работают, заключая договор на восстановление жилья. Параллельно идет оценка состояния зданий и имущества, которое пострадало у населения. Правильно мы поняли, что людям ущерб возместит компания «Гелиос»? Пока на данное время причинителем ущерба является компания «Гелиос», поэтому мы с ними отрабатываем вопрос, что они будут возместить. Что касается данного транспортного средства, сейчас занимается дорожная полиция, выяснение причин, что стало послужило причиной аварии. Но по показаниям свидетелей, пока на первое время, что все-таки возможно был отказ тормозной системы. Но это будет, еще раз говорю, следственное мероприятие, которое дадут окончательную оценку. Я был на работе. Супруга звонит, говорит, пожар, бензовоз подохнул и взорвался. Вот на самом деле под этим деревом, видите, и прямо под моими окнами. Вот. Я 3 года назад делал евроремонт. Вложил 55 тысяч долларов, около 60. Сейчас полностью надо ремонтировать, один свет сгорел, полностью обуглился. Второй холодильник обуглился. Кондиционер, а вон он стоит. Второй кондиционер. Не кондиционер, да, кондиционер обуглился. Вон стиральная машина французская. Микроволновка, телевизор Sony. А вот потолок, смотрите. Это безответственность некоторых руководителей, работников «Гелиоса». Технически неисправная автомашина выпустили на линию. Причина в этом заключается. Вот люди поэтому пострадали. Я там сидела на улице. Парни там сказали, что приехали 4 пожарные машины, и одна только пожарная машина подъехала к очагу возгорания, а три пожарные поехали к Риксосу. А здесь у нас люди сгорели, люди погибли. Погибли люди? Да, говорят, какой-то старик выбросился, еще что-то. Я сейчас шла, там вот люди говорят, ну почему сразу надо было на очаг возгорания? Здесь же загорелась вот эта автомашина. Почему сразу 4 машины не подъехали сюда, к нам? Даже водитель сгорел. Понимаете, водитель сгорел заживо. Они это 3 машины отправились в Риксос. Люди на людей наплевать, что ли?